Итак, всем привет, с вами Эдди, и многие люди просили меня делать побольше обзоров на моды, которые добавляют в игру какие-то объекты, то бишь новые дома, новые какие-то сооружения и так далее, и я прислушался к их совету, и сегодня у нас будет интересная модификация, которая добавляет дом на горе Монт-Чилиад. Очень крутой дом, в котором есть много чего интересного, так что вы на нем не соскучитесь, и сейчас мы его найдем, вот уже видно его вон там. Так, ладно, сейчас мы спустимся, я вам покажу дорогу, как раз как доехать до него. Дом очень здоровый и прям таки, не знаю, очень уютный, комфортный. Так, вот дорога. Дорога на эту хату. Автоматические ворота не могут не радовать, уже хоть что-то прикольное. Эти тоже автоматические. И вот гараж, чтобы припарковать наш автомобиль, дорогие друзья. И выходим, и давайте мы устроим небольшую прогулку, я вам покажу. Вообще весь этот дом. Ну, это сторожевая вышка. Не знаю, не будем на него залазить, наверное. А просто пойдем в саму хату. Видим то, что все вот все предметы, которые есть в этом моде, в этой хате, они взяты из оригинальной игры. То есть, вот эта сторожевая вышка, вот эта вся лестница, это все из оригинальной игры. Просто автор взял все это, соединил, как бы, и ничего здесь наворочено нету. Но зато все сделано очень красиво, грамотно, не может нас не радовать. Безумно нравится. Также можно поиграть здесь в баскетбол, но я не знаю, как баскетбол, я забыл. То ли мяч должен быть, то ли еще что-то. Ну ладно, баскетбол не будем играть. Есть тут же вертолетная площадка, это очень прикольно. И вот просто какой красивый вид открывается с горы Монт-Чилиад. Прямо аж дух захватывает. Да, установка мода очень легкая, надо всего лишь прикинуть два файла в папку Country. Она находится в папке Maps, а папка Maps находится в папке Data, то есть корневой директории игры. Ну так вот, вот в принципе балкон первый, и тут же нас встречает крупье, можем поиграть, да, во что это? А, это покер, по-моему, ну ладно, почему-то они меня постоянно бьют, я не знаю, что-то скрипт у меня работает плохо, но у вас, мне кажется, должно быть все хорошо. У меня педы не стоят на месте и двигаются, это, да, немного бредово, но у вас все будет нормально, я уверен. Так, заходим в первую дверь, и тут нас встречает продавец, что он продает? Хот-доги, да, по-моему, продавец хот-догов. И давайте его загасим, потому что он на нас сразу же нападает. На самом деле, по скрипту так не должно быть. Он должен просто стоять и торговать. Тут есть автоматы с шоколадницей, с пранк. Зайдем вот сюда. Здесь у нас просто какая-то компьютерная. Не компьютерная, просто типа офиса, что ли. Видим стол рабочий, какие-то документы, папки. Вообще все очень прикольно сделано. Так, заходим вот в следующую дверь. Здесь у нас идет подъем на второй этаж. Тут у нас типа, ну, гостиной, что ли. Телек стоит, потом аудиосистема. Олень. Вот у нас типа столовки. Стол большой. На нем бутылка пива. Ладно, поднимаемся на второй этаж. И тут же нас встречает. Что-то погода стала плохой. Ну ладно, тут бассейн есть. Очень прикольно. Круто. Так, тут столики всякие, мангал. Нет, умывальницы. Ну ладно. И тут куча просто игровых автоматов. Вот такие денди, всякие игры. Опять же, столики. Ну, здесь людей уже нету. Вообще, вот сам мод, сама вся эта хата, она очень крутая и неплохо вписывается в атмосферу игры, вот это вот Монт-Чилиад. Так, как мне сейчас поменять время? Нет, что-то я не то здесь. Блин, хочу поменять просто погоду, так как туман настал, а у меня игра не русифицирована. По-моему, вот все, да, все супер. Сейчас еще одну вещь сделаю. Нет, не то. Так, все, поднимаемся все выше. По-моему, это последний ярус этого здорового домика. Так, опять же, спранк. И тут есть качалка. Можем покачаться. Вот. Ты сегодня недостаточно работал. Возвращайся завтра. Что за бред? Не знаю, с чем это. Может, потому что мы уже чересчур перекачались из-за этого, так как у нас мышцы на полном. И, наверное, из-за этого не можем качаться. И тут же у нас есть просто такой трамплинчик. Да, можем прыгнуть в бассейн. То есть, та-дам. Да, крутяк. Крутяк. Ладно, поднимаемся выше, смотрим дальше, что есть, что нет. Так, заходим в эту дверь. Тут у нас какая-то стеночка шведская. И тут стоит еще один чувачок, и который хочет поиграть в бильярд. Но бильярд мы пока не будем играть. Так. Ух ты, нифига себе, сколько денег. Тут валяется сейф. Сейф с долларами. Странно. Так, заходим вот в эту дверь. Здесь у нас типа душевая кабинка, окей. Здесь у нас спальная комната, батарея, красивый вид. Так, кстати, вот если вы заметили, здесь вообще никаких маркеров нету, и все двери открываются как GTA 4, то есть вот так. Это очень прикольно.
Так, здесь у нас типа гостиная, ну не гостиная, а спальная комната самого CGI. Это как такая здоровая, богатая спальня. Ну, понятно, это хозяина дома. В принципе, дом посмотрели, и, по-моему, дом реально очень крутой. Давайте посмотрим с высоты птичьего полета на этот дом. И мод появился относительно недавно. Ему даже нету недели на момент выхода данного видео. Так что мод свежий и просто мега крутой. Еще его так расположили, очень прикольно. На склоне горы чилят. И просто открываются красивейшие пейзажи на лес, там, на горы еще, на дорогу. Ну, это смотря у кого какая прорисовка стоит. В принципе, вот такая вот большая хата. Тут у нас типа, что это за бачок такой. Ну, ладно. Вот люди сидят еще снизу. Ну ладно, дорогие друзья, посмотрели такой замечательный мод на добавление объектов GTA San Andreas. А то есть, так, что-то не прогрузилось у меня, да? Ладно. Да, такой замечательный мод, который люди вниз попадали, офигеть, что за суицид. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Эдди. Скачивайте данный мод, установка легче легкого. Я же сказал, 2 файла перекинуть и все, мод ваш. И просто все очень круто, машина, там есть стоянка для машины, есть такая сторожевая вышка. Так что в этом доме все есть. Это даже не дом, это особняк, по-моему. Ладно, не хватает еще охраны на лимузинах там, ладно. Все, всем пока, удачи, меня звали Эдди, не скучайте. Парам-пам-пам.